Владисок вот такой вот, а Россия вот такая вот. Приоритет школы. Я не спорю, но у меня деньги. Это он Красная площадь? Да, это как красиво. Мы не должны ничего общего с этой мразью из КПРФ иметь. Это неправда. Я подошел к Путину и говорю, почему ты не уходишь? Мы обречены на победу, потому что мы коммунисты, и мы обязательно победим. Я вам митинг организовал для вас имени. О, супер. Я вообще крутой чувак. Кстати, вот только как? Я не умею. Тихо, можешь? Нет, давай, давай. Да ладно, бабушка выступает. Спасибо, все. Алексей Анатольевич. Давай я тебя буду снимать. Нет. А что не надо? Попробуй. Только ничего не нажимай. И держи хорошо. Видишь? Да. Че, как он, Навальный-то, а? Здоровенный, да, я разговаривал. Прям там у него три руки, как у меня. У него там рука одна, как три моих. То есть реально здоровенный, очень большой. Не видно. Рост 1,88 м, точно там скала какая-то. Навальный, кстати, очень большой. У него рука, наверное, как мои три. Три? Реально, у него вот такая вот рука, чуть-чуть здоровенная. Понял. И размер ноги у него просто такой вот. Реально, очень большой. Здоровенный, конечно. 2 метра роста, мне кажется. Это 1,88 м. Вот такой глыба, там рука у него здоровенная. Там... Я, к сожалению, не пошла. Потому что денег нет. А что-то там бесплатно все было? Не, проезд. А я вообще зайцем на автобусе ездил. А что приезжает? Так твои щелки разведи, такие вот. Да я не снимаю тебя, все. Он снимает памятник. Только там постоянно это. Вот Ленин сюда делали, живет. О, здорово! Привет. Ты как молодежь? Листовки клеим. Здрасте. Здрасте. Как ничего не меняется. Я прям. Как дела у тебя? Давай. Отлично, дай. Только занятия заканчивались. А. Что, автобус? Ой, мой автобус, все, ну что это такое? Агитационная листовка. Политическая. Мы не КПРФ. Мы более такая современная молодежная партия. Хорошая листовка. Конечно. Все сразу вступайте. Обязательно. Ой, чувак, я никому не сладу, давай. Все равно посчитаешь. Раз в неделю раздаем листовки, раз в неделю клеим листовки, и если будет какой-то митинг, который не мы организуем, то надо мне, конечно, участвовать. Ну да, если заявлять. Будет какая-то вдруг стихийная какая-то акция протеста и так далее, то есть народных масс, не знаю, или ну хотя бы кого-то. Вот недавно совсем митинговали рабочие по тащедонности. Да, мы, к сожалению, пропустили. Так, по поводу марша «Антикапитализм». Это такое мероприятие, на котором объединяются представители самых разных течений, выходят на улицу, да? РРП московская на антикапитализм не ходила. Ну, как и наша, у нас здесь вообще не было. Так, и на чего вопросы тогда? Ну, правила мы изменили, про это рассказали, сколько мы утвердили. И все. Думаю, можно завершать все. Вот так встань.
всесторонних дел. Для демонстрации 7 ноября будем так нести этот баннер с флагами и с лозунгами. Крутой, да, баннер? Откуда вы его взяли? А нам сторонник сделал бесплатно. Такой 3,5 тысячи, то есть, да, бесплатно сделали. Круто, да? Так ты же говоришь, что хочешь в Москву. Хочу в Москву, но денег нет, что делать? То, что я хочу, это не значит, что я буду там. Это вот, может быть, в будущем у меня такие планы, а пока в ближайшей перспективе точно нет. Так в универ поступать, не нужны же деньги. В Москву? Нет, я конечно, хороший и умный человек, но не настолько, чтобы поступать на госбюджет в Москву. Нет, вряд ли. Почему? Это ж надо очень сильно готовиться, это ж надо очень сильно понимать темы. Я не настолько прошаренный в школьных знаниях, чтобы поступать в Москву на бесплатный университет. Нет, вряд ли. Политически активный в Москве и политически активный в Владивостоке – это совсем разные вещи. Одно дело, когда ты прям в центре России, там все население, там все события, там все партии, там все. И когда сделать другой здесь, всего лишь Владивосток. Это же вообще такой, понимаешь, Владивосток вот такой вот, а Россия вот такая вот, мир вообще вот такой вот. А я же сижу в этой маленькой точке земли. Я прям себя чувствую как-то очень мелко, не могу я так. У меня амбиции больше, чем в Владивостоке сидеть, ничего тут не делать. Я ж не зря говорю, что хочу весь мир менять. А менять всего лишь Владивосток, это так мелко, так мало, так не глобально, это ужас. Вот одно дело, когда там уже есть какая-то профессия, вот партия. Вот я все равно сюда поехал в ЦК партии. Вот там чем-то заниматься. То есть... Девочки мечтают замуж выйти. Да. Все. Мужа. Хорош. Хозяина нефтевышки на сегодняшний момент. И все. А пацаны что-то... Раньше пацаны мечтали воевать, а сейчас вон обустроить, перестроить Россию. Какой был? Для этого надо, чтобы он уроки делал. Для этого буду надо, делать, чтобы все. Он учился. Все, для учу. Этого надо, чтобы вот по географии, его убеждение, удержимость по не мешало школе. По географии 5, по химии 5, по истории 5, тоже, да. Если бы я по-русски. Приоритет школы. Я не спорю, но у меня все один остальное у меня это один, у меня один предмет русский, все остальное у меня хорошо. Там английский. Ну там двоек нет. Ну да, английский учиться. Ну так же там не двойки. А ты не думал как-то, может быть, поступать на какой-то определенный вот факультет, если уже развиваться? Политологический, что ли? Ну да, на того же политолога. Или нет смысла в этом? Слушай, это будет зависеть от того, как я сдам экзамен в 9 классе. Это все зависит от твоих целей, Леша. Какие цели? И тогда уже ты будешь... Что значит зависит от того, как я сдам? Ты можешь вообще никак не сдать. Какая у тебя цель? Какой вот максимум ты хочешь получить от того, чем ты сейчас... У любого учишь? Политика или будущего политика должна быть одна цель. Это завоевание политической власти. Вот сейчас главная моя цель такая. Вот взять власть в стране, дабы правильно ее двигать в нужном русле, а уже потом нужно разрабатывать план. Ну, нет, конечно, когда ты возьмешь власть, тебе будет легче уже реализовывать все свои... Конечно. А как, ну, без власти ты это никак не сделаешь? А чтобы взять власть, да, тут нам нужно тоже вот. Учиться. Ну, поэтому, видишь, надо стараться, ждем. Привет. Здорово. Привет. Здорово. Так, всем. О, у тебя все-таки есть какая-то. Да, я. А, здорово. Привет. Так, с кем? Держи. Держи. А, Это мандат. Я им голосовать буду. Один сломал. Мой первый мандат. Ура, мне дали. Ура! Значит, передайте. 12-й съезд Революционной рабочей партии объявляется открытым. Ура! За прошедшие 2 года наша организация увеличилась с 200 до 400 человек, собственно говоря, с тысячного состава, и сильно расширила свое влияние на массы. Первым приглашается выступить Борисенко Алексей, Владивосток, значит, с отчетом. Подготовиться Леониду Разважаеву из Левого фронта. Что себе подготовиться? Так, товарищи, всех приветствуют. Приветствую от имени Уссурийского, Артемовского и Владивостокского партийного отделения. Вообще, можно разделить на 3 фронта основных нашей работы. Это первое – кружки, второе – агитация, третье – это какие-то там участие в протестах. У нас в Приморском крае 20 человек, 3 партийных отделения,
Партийных отделений будет еще больше, человек будет еще больше. Ну, работаем, растем. Все, спасибо большое. Отделение активизировалось. Мы доросли до численности в 6 человек. Остановники имеются не только в городе Ухта, откуда, собственно, я приехал, но и в Сыктывкаре, Усинске, а также Инте. Доходим до пункта 36. Основные методы данной работы, где идут некоторые подпункты. Что мы там видим? Листовки, листовки, листовки. Товарищи, не листовками едиными власть берется. Нам нужно с вами развивать YouTube-канал всеми возможными методами. Это нужно делать. Мы прыгнем выше головы. Мы причинили победу, потому что мы коммунисты. И мы обязательно победим. Но чем раньше мы это сделаем, тем лучше. У нас есть YouTube-канал. Но он нам, пока мы бедны и слабы, абсолютно бесполезен. Количество просмотров и охваты влияния YouTube-канала никак не связан с качеством контента. Вообще. Там не закреплено сколько денег. Они могут 100 рублей дать, сказать все. Материальную и иную другую поддержку и раскрутку YouTube-канала. Кто за? Потому что на деньги на газету нет, а на YouTube-канал есть. Газета важнее. Сергей, так что? Все, к черту тебя. Это сверхгазеты. Так нет, у нас только денег. Тебя сюда как-то привезли? Конечно. Кто против? Гордое одиночество. Предлагаю прошу Кундакову искать клуба. Да, так же спот для сижу. Давай. Товарищи, наша цель перейти дорожку. Слушай, это вон Красная площадь? Да, это Красная площадь. Как красиво. Здесь? Лубок. Это лубок. Ляпота. Путин. Это же раньше... Мир возможности перед тобой открыла партия. Да. Смотреть на Кремль. Да, на халяву сгонять в Москву. Грубо говоря, если будет восстание, то его здесь надо проводить, да? Там как, а это кто-то? Это красноармеец? Это Жуков. Это Жуков. Кстати, сфотографироваться можешь с нами сфотографироваться? Давайте. Быстро. Давайте, быстро, быстро. Мы вместе не шумируем, что ты маля на ней. Он говорит, да я не умею. Ты слышишь, что тебе хочешь погреться, да? Да. Среди наш... Я его обожаю. Здрасте. Здрасте. У нас съезд партии. Пойдете наш? Да. Завтра съезд будет в 9 часов в Измайло. Вы приходите, поддержите нас. Мы как бы за ваши идеи боремся активно. Мы вас помним. Да, мы вас помним. Значок в подарок? Да, конечно, Ленин не жалко мне. То есть я... Все, спасибо, товарищ Ленин. Все, давайте. Удачи вам, вперед, только вперед. Давайте. Кропоткин, да. Слушай, тут тоже нормально может еще есть. Хлеб и воля Кропоткина. Сколько стоит? 300 рублей всего лишь. Вот этот шкаф рекомендую пораться, если вдруг вот тут... здесь Селиватская, да. Первая верхняя полка я... феминизм, а дальше анархизм и марксизм. Вот, ага. Вот. Я вот эту купил книгу. Читали «Октябрь»? Гегель, вообще я к нему очень хорошо отношусь. Да, а пролетариат, рабочий класс, да, все нет. Эти вещи. То есть он не сводится, например, просто к факту наемного труда, да? Потому что тогда у нас и священник в рабочий класс попадает, нет, и да, полицейский, и топ-менеджер «Газпрома», потому что все они не в доле, а в найме, да? Мы не можем их отнести к пролетариату. Тоже, в принципе, типа, конечно, это... да. То есть это всегда был вопрос очень непростой. То есть кто рабочий класс, чем он отличается от наемного труда, кто пролетариат, там, это такая тема для дискуссий вечных в левой среде. А вы типа марксист, да? Ну, так пытаюсь им быть, ясно. А вы просто не получается никакой организации не состоите? А что там? Вообще, а зачем? Что мне это дало? У нас весело. Я могу предположить, зачем это РРП. Теперь ответим на другой вопрос. Зачем это мне? 45. Тебе бы хотелось попасть во Францию 68-го года? Конечно. Я бы вступил в какую-нибудь троцкистскую организацию, типа революционной коммунистической лиги. Был бы юным студентом, который бы на вписках затирал про новых левых. Не-не-не, я троцкистом был. Я бы не хотел быть моистом. Я орал, что все рабы, а я нет. Типа там какие-то «Будь террористами, требуйте невозможно». Я бы сидел как Че Гевара, такой, знаешь, как же у него называлась такая, не Панама, а какая-то... Беретка. Да, в берете. Тоже бы курил сигары и рассуждал о том, как пролетарская революция спасет мир. В принципе, я и так это сейчас делаю, ну, кроме курения сигары, это я не делаю. Но
все равно, это большая психологическая... Многие революционеры ломались из-за этого как раз, из-за того, что просто... Как это так? Меня арестовали, я теперь преступник, вот я сижу в ссылке. Это, наоборот, должно быть красивый повод для гордости, что меня арестовали, я противник этой несправедливой антинародной системы, борец за права простого народа. Отвернитесь, лица убрали. Здравствуйте. А где можно пройти? На рамочку. Да, нет, не здесь. Ну, давай, побежали. Давай. Друзья. А где этот баннер? У нас мегафон баннер есть? А почему? Мегафон уже надо. Остановим диктатуру! А что, Удальцов? Он Удальцов на митинг пройдет? Не понимаешь, что левый фронт? А это кто такие? Так, Петр. Вы кто? Отменить 282! Отменить 282! Отменить 282! Что? Не боишься функционалистов приходить? А что здесь не боишься? Не знаю. Это нация? Это нация. Это нация. Финал идеалист. Возвращаемся. Да что возвращаемся? Дай на них посмотрим. Возвращаемся. Там уже... Это фашисты. Это нация. Не, эти я знаю. Это не фашисты, а нацисты. А это АНС, да? Анусисты, да. Не, сначала, я вообще думал сначала, что это анархо-примитивы. Борются за анус. А те, что за чуваки, вот там, слева? Что за организация такая? Да, почти всех, бог на небе узнает. Ну, короче, ладно, да, согласен. Об этом упасть. Он левый сюда у фронта. О, левый фронт. Вся власть рабочим! Вся власть рабочим! Вся власть рабочим! Еще давайте. Сказал же Ленин ясно, Россия будет красной. Сказал же Ленин ясно, Россия будет красной! Сказал же Ленин ясно, Россия будет красной! Сказал же Ленин ясно, Россия будет красной! Сейчас давайте еще что-нибудь, сейчас. То есть мы без коммунизма не можем как бы говорить о трансгуманизме и у нас в чате, вот, радикальный эссентизм без социализма. Я общался с Путиным. Серьезно. Вам во сне, я до сих пор отчетливо помню, я подошел к Путину и говорю, почему ты не уходишь? И он мне начинает отвечать, ну блин, я там ничего не решаю, все решают олигархи. И он поэтому не уходит из руководства России. Лютеру также приснилось, да? Тезисы? Да. Трёш, ты состоялся как политический активист, это... Не-не-не. Это точно, подожди. Ты состоялся как политический активист, сейчас ты должен состояться как... Как политик. Да. Много было молодых людей, которые в партии, ты, наверное, таких знаешь, которые горели идеей, а потом они перегорали. Многих таких было, да? Ты тоже перегоришь. Я и боюсь. Почему я перегорю? Бит, 30 лет. Почему мне Бит понравился? Биес тоже перегорал. Все перегорали. Бит перегорал? Сдержал откинуть. Нет, ну может быть, но он оставался. Я тоже хочу оставаться. Где? В партии. И горишь, а потом бац, и все. Как свеча. Да, это может быть, да, человек. Вот, а я боюсь, я не хочу. Я прочитал книгу Павла Корчагина, как закалялась сталь. Да, я. Там, когда его приговорили к постели, ему сказали, ты партией заниматься не сможешь. И он комплексовал за этого и переживал. Когда я подумал, что моя жизнь может быть без партии, я ради интереса взял и удалил все закладки в браузере. Из 20 закладок у меня осталось 2. Угу. Ну, как понимаешь, из 20 закладок 2 осталось. Я сейчас в Одессу приеду, у меня вообще нет такого, что я уже... У меня нет грусти, что я уезжаю из Москвы. У меня наоборот, что я уезжаю из Москвы, я общался со всем с вами,
значит, надо сделать максимально сильное партийное отделение, значит, надо больше людей привлечь. То есть у меня прям энтузиазм. Я приехал в Москву, всех увидел, у меня энтузиазм поднялся в раз три. То есть я тебе могу каждый день по 9-10 часов просто на заводы ходить, потому что, блин, я бицал увидел живого. Это все для меня, это... Ух. А вот Машашка рубит, и ворон большокрылый над... Битвою летит. Над битвою лежит. Не надо мне награды, а дайте мне винтовку и дайте мне коня. А если я погибну, пусть красные отряды, пусть красные отряды отплатят за меня. Какие бы гады не возглавляли в настоящий момент движения. И как писал товарищ Ленин, мы должны пойти на любые жертвы, на любые сокрытия правды, даже обман этих самых предателей, чтобы проникнуть к этим массам. И никогда не бояться того, что какие-нибудь филистеры будут нам говорить, что мы там зашкварились. Пусть они не шкварятся на своей исторической помойке, а мы пойдем к победе. Во всех уголках России есть подразделение КПРФ. Оно состоит из людей, которые туда пришли не потому, что папа Зю нравится, или нравится, как он жопой торгует там с Путиным. А коммунизм? А коммунизм. Если мы хотим победить предателей, вот этих самых... Надо работать с ними. Мы должны быть рядом. Мы должны показать, что мы другая организация, мы новая, и они могут нам доверять. Мы не должны ничего общего с этой мразью из КПРФ иметь. На выборах. Предложение Сивачева нельзя принимать ни в коем случае, ибо это галимый отзавизм. Сергей Николаевич, я напомню, что на тех выборах, которые готовил товарищ Иваньков, никакой трудности не составляло идти от РРП. Идти независимым кандидатом и нести повестку РРП. Это неправда. Это да. Правда. Будем спорить. Давайте закончим дискуссию. Товарищи, вы услышали две точки зрения. Ты боишься взять ответственность и заявить гордо, поднять знание РРП и заявить, что мы будем продвигать свою повестку. Давайте проголосуем по этому вопросу. Кто за предложение товарища Сивачева? Прошу проголосовать. Кто за? Голосуешь? Да. Кто воздержался? Воздержались 15. 5 за, 25 против. Не проходит. Съезд закрыт. Давай, скажи это, чтобы все слышали. Съезд закрыт официально. Давайте закроем съезд. Закройте съезд, прошу проголосовать. Единогласно. Все, съезд закрыт. Ура! Для нас все так же солнце стало.